Третья контрольная игра «Рубина», соперник «Уотфорд», команда второго английского дивизиона. Матч проходит в довольно нервозной обстановке, потому что имеет важное значение. Он служит индикатором готовности «Рубина» по итогам австрийского сбора. Тренерский штаб пробует разные связки, сочетания и, конечно, снова игру «Рубина» сопровождает дождь. Тяжелая игра, но самая содержательная из трех, которых мы провели. Соперник самый достойный, тем более он использовал человек 25 игроков. Ну, это не запрещено, количество замен не ограничено. Но это позволяло им держать высокий темп, и наши нагрузились прилично. Ну, не все игроки сумели принять участие в матче. Сейчас и Кузьмин, вот, потом пожаловался Левая на боли, приводящий и Соболев. Мы же под нагрузкой, мы к этому матчу не готовились. То есть были работы в трехразовом и вчера был в трехразовом режиме. Работу провели, не отлынивали. Вот. Да, были какие-то там микротравмы, но в целом провели всю большую работу и по всему графику и по функциональной подготовке. Я думаю, это даст свои плоды.